Фокси, Фокси, Фокси. Надо, не надо, уходи, уходи. Закончились разговоры по телефону. Закончился чил няшненький. Началось выживание во втором ФНАФе. Ой, все, полезли аниматроники. Ну, конечно, ФНАФ дарит незабываемые эмоции. Обожаю эту игру. Обожаю. Да! Это редкий кадр, я даже скриншот сделал. Вот это круто, ребята. Булумбой, ты издеваешься? Ну, не надо. Булумбой, пожалуйста, ну не надо. Мне страшно надевать планшет, потому что меня нападет Фокси. А! На меня он напал. Привет, это я, Кирилл Умник-Разумник, и ты в Лиге Умников-Разумников. И сегодня мы с тобой вернемся во ФНАФ 2. О, да, какая же это все-таки крутая и страшная игра. В прошлой серии мы с тобой прошли две ночи за один раз, и в этой серии нас ждет третья ночь. И кто знает, каких аниматроников в этот раз нам подсунет ФНАФ. А если ты еще не подписался на канал, то сделай это прямо сейчас, и не забудь нажать на колокольчик. Ну что, мы с тобой начинаем. И вот мы с тобой опять вернулись вот в это меню Five Nights at Freddy's 2. И тут у нас уже целая третья ночь. Вот это вот было круто, на самом деле. Первое видео по FNAF 2, мы сразу две ночи прошли. Вот это вот мы молодцы. Но сейчас мне предстоит пройти третью. А это, как ты помнишь, очень сложная ночь. Так, так, ну что, пока что нам звонит Фонгай. Я думаю, первые несколько секунд волноваться не стоит, и можно попить водички. Ну, жаль, что не чайку. И, кстати, этой кружке целых 10 лет. Реально, на ней 2009 написано. Так, ну что, я думаю, самое время продолжить защищаться от аниматроников. И сразу заводим марионетку. Ой-ой-ой, как-то долговато я пил водичку. Так, надо будет налить чайку. Так, ну что, смотрим. Пока что фонарик лишний раз не используем, а то я помню по первым ночам, как мы ошиблись. Так, смотрим. Фокси, Фокси, Фокси. Не надо, уходи, уходи. Так, Фокси, надеюсь, сейчас уйдет нормально, я его светанул. Так, ну что, с самого начала аниматроники прям лезут. Фокси, может, уйдешь? Реально, он просто не уходит. Так, ну допустим, я по нему хорошенько насветил на него. Так, посветил. Что, третья ночь, 12 часов ночи. Фокси ушел. Хорошо. Так, а какие у нас опасности есть? Это получается. Да, тут. Надеюсь, тут никто не пойдет сейчас, никаких там Old Bonnie, например, потому что мы с тобой недавно играли в Five Nights at, вот этот, короче, FNAF симулятор, вот, вспомнил, как он называется, и реально там вот Old Bonnie, мы его с тобой купили и играли за него, вот, он, ну, достаточно страшный персонаж сам по себе, так что надеюсь, он не выйдет, потому что он из этой комнаты самый первый выходит. Так, Фокси, уходи. Не надо, пожалуйста, первый час ночи. Марионетка. Чика сбежала, ребята, Чика сбежала, вот реально, она 100% на 7-й камере. Нет? Нет. Как так жить тогда, а? Так. Все, закончился. Закончились разговоры по телефону. Закончился чил няшненький. Началось выживание во втором ФНАФе. О, как же я все-таки соскучился по таким страшным играм. Так, а то играем с тобой во ФНАФ симулятор, пугаем сами всех, а сами совсем не пугаемся. Так, никого тут нету. Так, реально, пиши мне совет. Лезет, лезет, лезет. Ты видишь, он лезет. Ой, все, ребята, ой, все. Не знаю, как жить. Ой, все, полезли аниматроники. Old Bonnie. Так, быстро одеваем маску, как мы с тобой знаем. Уходи. Уходи. Не рано? Сняли. Фух, пронесло, ребята, пронесло. Получилось, это сейчас было очень страшно. Ну как, мы вовремя вентиляцию проверили, а то бы не одел маску вовремя. Ну и все. Вот и все было бы. Так что, так, 2 часа ночи. Надеюсь, у нас хотя бы что-то получится. Так, Фокси, может быть, когда-нибудь ты уйдешь, у меня уже половины фонарика нету. Так, так, ну что, посмотрим. Звуки все страшнее и страшнее на заднем фоне. Боняша не лезет. Нет, не лезет, в принципе. Так, за этой камерой нам вообще почти не зачем следить. Мангл, мангл, мангл! А почему она еще на месте? Чё-то я удивляюсь. Почему мангл такая сегодня спокойненькая, хорошенькая, сидит там на своем месте. Так, Бонни там, по-моему, даже на месте стоит. Вообще там, по-моему, все на местах стоят. Да, нас, походу, решили прям явно познакомить с аниматрониками, типа Old Bonnie. Смотри, какой он классный. Ай, страшный какой. И Фокси там еще сзади. Я хорошенько на них еще покликаю фонариком. Я думаю, сейчас надо будет заряжу марионетку и быстро одеваем маску. А, нет? Ок. Хорошо, Фокси даже ушел.
Вот это очень прикольно. Так, Олд Бонни там стоит. Вдалеке, конечно, еще, но все равно стоит. Так, этого аниматроника у нас реально не было до какой? До этой ночи, получается. И с ним никаких тренировок не было. А та механика из этого... А где он? Кто-то по вентиляции лезет. О, он там кто-то прошел впереди, это Фокси. Так, мы ведь в этом же... Нам же во ФНАФе. О, вот Олд Бонни. Мы во ФНАФе в этом... ФНАФ симуляторе, конечно, играли за Олд Бонни, но все равно, я думаю, там не полностью его тактика вся передается. Так что надо будет сейчас аккуратненько следить за ним. Реально, нас, получается, с ним знакомят, потому что никто из нормальных обычных аниматроников сбежал. Мангл на месте, а марионетка садится не очень уж быстро. И Фокси на меня нападает. Я только хотел сказать про него. Так, давай попробуем еще разок пройти третью ночь. Вау, ну конечно, ФНАФ дарит незабываемые эмоции. Обожаю эту игру. Обожаю. Так, третья ночь. Фух. Вот это было реально круто. И не уследил за Фокси. Придется чаще хлопать монитором, меньше светить фонариком, потому что на Фокси он весь расходуется моментально. Так, и следить за Олд Бонни. Да, он там лежит, он просто ушел. Кстати, есть редкий кадр. Есть очень редкий кадр, если вовремя словить, его можно в этой камере, как он стоит прямо, идет. Еще, по-моему, даже по какому-то коридору, то ли этому, короче, по какому-то коридору можно еще увидеть, как он идет. По-моему, ну, в смысле, не идет прямо, как он там еще двигается, короче, к нам в эту сторону, по-моему, на седьмой камере. Да! Это редкий кадр, я даже скриншот сделал. Вот это круто, ребята! Вау! Вот это мне понравилось. Так, сразу марионетку. О! Прям судьба, как мне случайно планшет убрала. Так, марионетка. Я ее закручу. И я как-то немножко даже слегка пропустил момент. Так, сейчас. Вот там Олд Бонни появился, Фокси ушел. Так. Ну что, это было немножко сейчас с Фокси, конечно, мы зафейлили, но надеюсь, с Олд Бонни сейчас будет все получше. Реально, у нас с ним знакомят. Так что насчет основных аниматроников можно какое-то время не волноваться. Так. Моментально одеваем маску сразу. А, так давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двадцать. Все, достаточно. Посидели в маске. Надеюсь, это заставит Олд Бонни еще на пару шажков отступить от нас, пока мы зарядим марионетку. Надо будет сейчас хорошенько проследить Фокси. Так, еще все на месте. Так, Олд Бонни ближе, Фокси тоже вернулся. Так, я хорошенько по нему посвечу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, восемь. Лучше не стоит таким заниматься во время игры во ФНАФ, такую серьезную и страшную игру. Так. Так, я одену масочку на всякий случай, на секундочку. Фокси опять обратно отошел. Так, и Олд Бонни прямо перед нами стоит. Так, а у него, я помню, очень страшный скример. О, так. У него, кстати, лица нету, и в этом... В седьмом нашем любимом ФНАФе, Ultimate Custom Night, когда делали озвучку аниматроникам, очень частенько... Булумбой, ты издеваешься? Ну не надо! Ха! Булумбой пришел, представляешь, как это? Редкий достаточно кадр, там походу кто-то подошел. Спереди Фокси. Короче, редкий кадр достаточно... Какой редкий кадр? Обычный самый кадр. Короче, Бонни подошел к нам. Ой, кто это? Булумбой. О, кто-то лезет в этой вентиляции. Там, наверное, сейчас Булумбой сидит как раз. Он смеется, он... Он нам фонарик, значит. Булумбой, пожалуйста, не надо. Ну все, ребята, делать нечего. Он к нам на какой-то из смешков приходит. Я помню, тактика есть такая. И, короче, все, ничего не поделаешь. Он нам фонарик украл, понимаете? Так, я на всякий случай посижу в маске. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, одиннадцать, двенадцать. Зачем я это делаю? Ну все, у нас... Булумбой, пожалуйста, ну не надо. Мне страшно одевать планшет, потому что на меня нападет Фокси. А! На меня он напал. Так, можешь дать мне в комментариях еще, если они будут открыты, если не закрыты, то в группе ВК или в Инстаграме тоже в комментариях. Дай мне кучу советов, пожалуйста, по тому, как сражаться с Булумбоем, потому что он здесь самая противная, на самом деле, проблема, потому что он приходит и все, ворует батарейки от фонарика, ничего не поделаешь. Не знаю, когда он уходит, чтобы можно было продолжить светить фонариком. Ну, короче, обязательно пиши мне советы в комментариях. И вот, вот это было очень круто. Ну что, договорились? Ты мне напишешь советы? Тогда я скоро выпущу новый ролик по второму ФНАФу. И чтобы как раз его не пропустить, ты можешь поставить лайк, он тогда и быстрее выйдет. И обязательно подпишись на канал, чтобы его не пропустить. И не забудь, кстати, про колокольчик. Ну что, с тобой был Кирилл, куча аниматроников, третья ночь во ФНАФе 2 и этот страшный Олд Бонни. Пока!